сейчас минуточку, я игру захвачу. Угу. Назад нет. И... Игру захватись, пожалуйста. Опять она надо мной издевается. О, все, отлично, ребят. Не-не-не. Вот вы собрат, вот и всё, шестой бак отлично, нормально ребят. Захватывается. Игра захватилась. Ты, one, go. Поехали. Смехлость я обожаю, ребят, поэтому мы играем. Итак, погнали. А как быстро копить лучики? Не знаю. Они довольно быстро копятся с подпиской. Ну, вряд ли 10, поэтому... Ну, кису забрали. Да так, кис перед нами, ну что? Не расстраивайся, Нот. Время первого раунда. Два задания будут присланы на вот это намеки, да. Донеси мой привет. Игроки будут выбирать. Я что-то тебя до этого не заметил. Нет, денег нет, все так, понятно. Окей. А что мы вообще-то смотрим? Это можно пропустить? Нельзя пропустить. Нет, нельзя. Так. Здесь 5 баксов на подписку. Блин, что написать? Было бы странно, если бы к нам прилетел. Тут ведь мод поддерживает. Это который ссылки. Ну, короче, тут, по-моему, нет. Я наугад, короче, написал. Постарался максимально смешно, но что-то смешно не вышло. Посмотрим, как первый раунд пройдет, ребят. Итак, кто я? Морковка. Наташа, быстрее, 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 ты сможешь. Давай, ты сделаешь. Гробик, ты тоже у нас опаздываешь. Давай. Гробик, давай, 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 давай. Гробик, не смог. Молодец. Как ты вовремя успел? Молодец. Я за тебя переживал. Так, первый вопрос. Я о таком не знала. Да, мои господа. Я? Я дебил. Окей, юзаем свои девайсы для того, чтобы выбрать лучший вариант. Но пока... То есть, прощальная речь, ну не до конца. Ухожу в туалет, но, возможно, не вернусь. Ну, прикольно. Прикольно. Очень-очень-очень смешно. Короче, у меня какая-то фигня получилась. Молодец. А это Наташа, ну молодец. Ну просто лайкосик. Стоп рот. О, супер смехлысь. Молодец. Туалетный юмор сработал. Молодец. Писки, жопы, какашки. В твоей работе нужен не бронежилет, а жилет. Помоси и Навальный. Я не буду голосовать, честно, как-то. Не, Навальный, конечно, хоть смешно на отмет, но нет. Все за поддержку. Эх вы. Дима, я кинула в тебя. Идем дальше. Почему поросенок Петр сваливает из России? Время для голосования. Я бы, знаешь, как ответил на этот вопрос, почему поросенок Петр сваливает из России? Потому что у него есть в Германии Петрида. Мне его понравится. Вот так вот. Потому что у него есть в Германии своя Петрильда. А, я не успел выбрать. А нет, Петрильбо. Петрильбо. Это Титан Мишайный. Ну да, согласен. Тот самый вопрос, на который не стоит отвечать. Я вот тут могу посидеть. Гом-гом-гом-гом. Гом-гом-гом-гом. Окей. Ваше следующее задание. Угу. А
Почему кто-то не голосует? Я не успел. Нет. Введите свои голоса. Ну, ребят, я решил, конечно, без этих всех Шурыгинах, Бузовых, Навальных, но... Что-то как-то не вышло у меня. Вот первая шутка не пройдет никак. Я в этом уверен абсолютно. Это я придумал, да. Да, я это знал. Пусть говорят два, но это как-то логично. Пусть говорят два, но это как-то... Отлично, это более-менее так. Конфетки? А какие конфетки ты ел? Пахнут, ну, сейчас пойдет это ногой со вкусом пельменей. А мне тогда другой вопрос, а чем пахнет нога? Может быть, скорее всего, лодыжкой или пяткой, или еще чем-то, скорее всего, как-то... Хотя ногой, в принципе, ну... Вкусом пельмени. Ну, вкус пельмени, кстати, как-то. Ну, нога как-то, ну. Поэкстравагантнее, назовем это так. Я все время даю свой бал какому-нибудь одинокому Идем человеку. Дальше. Первое, что сделал гадкий утенок, превратившись в прекрасного лебедя. Угу. Окей, голосуем. Оба ответа жалких, оба ответа реально каких-то мертвых, но все же сожрал того красавчика, содержит нотку какой-то веселости. Ну, по крайней мере, это почти выглядит как правда, но все же. Как? Красава, как? 50 на 50, да ладно. После суперсмех хлыста молодец, конечно. Было бы странно, если бы к нам прилетели лебедь. И первое, что они бы сказали, это отведите нас к вашему. К вашему. Голосуем сейчас. Решил пошутить смешно. Но что-то опять, наверное. Вот знаете, это тот момент, когда если кто-то в стендапе стендапом увлекался или увлекался шутками, но. Почему все за политику голосуют? Я же этого не понимаю. О, отлично, здорово, 750, ну хоть что-то, ребят, но все равно буду на последнем месте, но это не страшно. Да, ты что, теперь будешь писать прописки в смехлысте? Пока что я не писала прописки. Что не поняла? Знаете, что на самом деле сделал? Я дома съела, из-за чего их выпили. Они начали заниматься сексом, и у них родилась дочь. Адимева. Вот так вот. Адамева. Поэтому спиратели Джек, это что значит? Я здесь не понял. Стали блогерами, ну как-то нормально, нормалек. Но нет, это не смешной ответ, честно. Так. Ну-ка. Ну нет, победил здесь Наташа, это однозначно. Честно говоря, я за Наташу очень сильно болею, ребят. Но пока что я не победитов. И то, что я на пятом месте, это страшно, это нормально, наоборот. Ну, здравствуй. О, раунд, второй раунд. Ну, вам хотелось бы в два раза больше очков, то этот раунд будет вам по душе. Будет вам по душе, окей. А что, следующее будет в футболке? Короче, как-то так придумал. Первый как-то
Ну что-то опять не очень зайдет, я в этом уверен. Ну ладно. Зато с Миклэйс поиграю. Молодец. Гробик, пожалуйста. Давай, гробик, 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 давай, 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 гробик, гробик, ты сможешь, ты сможешь, давай. Давай, 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 давай. Окей. Ай, гробик не успел. Ну ладно. Глазки чешут. Запускаем. Жалко. Первое задание. Ты понял, что снимаешь хату у авторитетного барыги, когда... Угу. Опять застрелили. Вот почему у Даниссимо всегда... почему когда у Даниссимо всегда... Вот... Эй, что у тебя в ухе? Время голосовать. Это что, жук? Не трогай Петра. Если ты хороший котик, вот не раз. Ой... То, что жук не трогает Петра. Да ладно, как? Молодец. Вот ведь красава, молодец какая. Это что, жук не трогает Петра? Понимаешь, как маленькая кошечка. На старт, внимание, голос. Вот мне кажется, здесь юморист здесь единственный. Это, конечно же, Наташа. Ну, молодец. Пошутила очень здоровско, мне это очень понравилось, молодец. Я зайка! Превращение! Дождь из мужиков? Ты не впечатлила как-то. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Печенька, ты пошел в очень странный период моего стрима. Она что, готов? Ты? Йоу, пацаны, чё как? Нормально, пацан, йоу. Приготовьтесь голосовать. Да. Знаете, ну это самый такой популярный ответ. А на что ты готов ради чего-то? А на что ты готов меняться? На все. Вот знаете, это вот прям на оригинальный ответ, чтобы отмазаться от всех, от всего. На все. Ну, встать с дивана как-то, ну... Это, конечно, жизненно, но что-то... Хорошечно. Супер смехлист. Что-то как-то не пошло, я думал, поймут. Печенька, чё кушал? Офигенный ответ, ребят. Кто знает, как можно поставить темный режим Яндекса, не знаю, я думаю, ой, Яндекс ставить у меня так и стал. Где подрабатывает бабайка? Голосуем. У ёкарного бабая подрабатывает бабайка. Вечная Ашота. Почему у всех имя Ашот именно ассоциируется с чебуречной, с шаурмечной, ребят? Кто-то кроме меня и не он тут играет в Геншин. А чё ему бабайка не понравился? Вот зритель знает, кого голосовать, не то что вы. Дальше. Ох. Дело, которое не стало. Ой, блин. Меня угостил. Учится... Время голосовать. Сколько будет дважды два? А Шерлок Холмса-то не знает. Спасибо тебе. Покуривает такой трубочку, такой думает. А сколько будет дважды два? Блин, я математику очень плохо в школе учил. Я сколько буду в Геншин играть? А как скоро, Рома? Я тоже играю? Это ладно. Во что? Значило не собаки, ну вы чё? Да. Не оценили моего юмора интеллектуального. Он зажрет. Это смешной. Почему зажрет? Зажрется. Скоро зажрется. Я завтра буду качать ее, а на что ты будешь качать? То, что Кит опьянел от зарослей кукурузы, и он зажрался по полной. Да. Один на один, но победил таксист. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням.
Ну опять провал, да что ж такое, ребят? Не, что-то зрители вообще какие-то недобрики попались. Ну ладно. Я хочу быть первый. Нет! А я последний, ребята, практически. Ну ладно. Но я же сказал, что я за Наташу буду болеть, она молодец. Наташа выиграет, я тебе хочу сказать, Наташа победила, молодец. Очень. Я не спала 3 дня, алло. Буквенный раунд. О, это очень интересно, ну-ка. Это выиграть вместе в Геншин, захвати. И его мы захватим, все захватим в Геншин. Ого, окей. Я могу какую-то хрень написала. Ладно, я смирюсь с этим. Короче, пофигу, ребят, я что-то вообще... Сколько лет надо фармить до 16 ранга путешественника? Я 2 ночи фармила. О, минус 2, да? Приготовились. Окей, а минус 2 ответ, окей. Каюка и огромный гранкилогр, обязательно гуманитарный рубунтинг, огромный гвизг у нас стоит, та-та-та. Так, не встречало. Грызнем горькой юкой. Так, а что дальше? Дальше будут футболки. Так. Не встречало. Нет, ребят, я... Нет, я далеко не первый, так что, Наташа, я за Наташу держу кулачки, ребят. У меня только 7-й ранг, а как давно ты играешь? Окей. Короче, я ухожу пока. Все, Зеро, ты устал? Молодец! Молодец! Красава, ты просто красава. Хорошо, молодец. Теперь переведем медали в эти хладнокровные мерзкие очки. Наташа победит, ребят. Наташа, давай, сможешь! Печенька, ты просто в Геншин не играла, поэтому так говоришь. Что я? Грызен горькой аюкой. А почему это не очень совсем заходит, ребят? Я нашла твой вариант, Ната, ты почувствовала. Ната победит, ребят, я в этом должен быть уверен. Геншин это совая игра, играть вместе, yeah! Когда надо к лидеру группы. Зато Ната вторая. Молодец. Красава. Это же коллекционная игра. Это знаете, как вот в детстве коллекционировали эти фишечки. Вот здесь персонажиков коллекционировать надо.